Видела в сети вариант рассадки без президиума. За каждым столом для молодых было два места, и они курсировали от стола к столу весь вечер. Идея интересная, но удобно ли это, как думаете? Наверное, это удобно в случае, если программа построена ведущим таким образом, чтобы молодожены периодически перемещались. Наверное, это вот в таком случае удобно. Но в целом, я думаю, что все-таки молодоженам хотелось бы иметь какое-то свое место, свой какой-то бокальчик, там, свою тарелочку. Так, в конце концов, там подарки дарят, да, чтобы молодожены понимали, куда подарить, куда положить там конверты, в какую там шкатулку, чтобы где конкретно будет стоять шкатулка. То есть я, наверное, все-таки за то, чтобы у молодоженов было какое-то отдельно обозначенное место, даже если они сидят с гостями, но чтобы все-таки это было какое-то отдельно обозначенное место. А вы уже скачали файл, который я приготовила для невест, организующих свои свадьбы самостоятельно? Нет? Тогда бегом в описание. Да, это может быть дополнительные какие-то места на других столах, которые будут там просто стоять, да, просто пустовать на протяжении всего банкета. Но я не думаю, что молодожены будут реально там час тут посидели, час там. Скорее всего, это сделано не для этого, скорее всего, это сделано для того, чтобы в момент перерывов молодожены могли спокойно присесть и посидеть с гостями, именно в момент перерывов посидеть с гостями за этим столом, а после того, как перерыв закончился, вернуться обратно на свои отдельно обозначенные места. Вот, скорее всего, все-таки идея такая, потому что, ну, по моему мнению, молодоженам должно быть какое-то свое отдельное место. We'll be right back.